Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня видео, которое вам обязательно понравится, это подборка аналогов из магазина Zara на AliExpress. Вы сами понимаете, что цены будут в разы отличаться, и я могу вам сказать, это очень классные вещи. Я с таким удовольствием их отбирала, я думаю, вам пригодятся. Перед тем, как начну рассказывать, хочу сказать сразу, что ссылки на каждую вещь будут закреплены в первом комментарии, а также будут находиться в инфобоксе. Итак, вещь номер один — это сумка-мешок с ручкой. Извините, буду подсматривать ноутбук, так как здесь вся информация. И эта сумка стоит 1799 гривен. Аналоги прям один в один я не нашла, но я подобрала максимально подобные варианты и максимально крутые. Итак, первая сумка стоит 456 гривен 84 копейки. Она представлена в двух цветах. И если вы заказываете две сумки, то вы получаете скидку 30%. Сумка с бесплатной доставкой и прибывает в Украину 24.04. Вторая сумка, это просто вау, очень мне понравилась, стоит на 581 гривну 43 копейки. Представлена в трех цветах, в бежевом, в черном и в красном. И прибывает в Украину 8.05. Присмотритесь. Да, я понимаю, конечно, в идеале найти один в один аналог, что прям совпадали вещи. Но иногда можно смотреть такие сайты, как Zara, для того, чтобы насмотреться и отталкиваться от представленных позиций, выбирать какой-то стильный тренд, но немножко в другом амплуа. Номер два, и звучит он: соломенная сумка с бусинами. Стоит на сайте 1599 гривен. Я нахожу один в один. Даже, по-моему, фотографии идентичны, за 598 гривен. Доставка бесплатная, и тоже доставка прибывает в Украину 8.05. То есть чуть больше месяца. Мне кажется, это отличные сроки. Классное решение. Очень интересно смотрится жемчуг и солома. Никогда не думала, что это сочетание так меня привлечет. Сумка номер три. Называется она на сайте «Клатч застежка из фемуара». Стоит 1599 гривен. Что нахожу я? Три варианта. Первый вариант — 695 гривен. Доставка бесплатная. Приезжает 1 мая. Немножко отличается. Прям один в один нет, но я, как повторюсь, как в первом случае, подбирала вещи, которые максимально повторяют стиль, которые выполнены в той же цветовой гамме, которые как аналоги, подобие. Вторая сумка — 758 гривен, бесплатная доставка 8 мая. Их вариации цветов 8 штучек, то есть можно не именно коричневый, а любой другой оттенок, который вам больше понравится. И следующая, наиболее выгодная сумочка — 365 гривен, 4 цветовых вариации и доставка 13 мая. Пункт номер 4 называется «Сумка-шоппер в стиле рустик». В клеточку на сайте Zara в двух цветах представлена, стоит 899 гривен. У меня есть такая же сумка, только не Zara, а с Pull&Bear. Или с Pull&Bear, да. Что хотела отметить. У меня вот один в один, только в синем цветах. Синий и желтый. Сумки очень стильно смотрятся. Очень крутые, очень практичные, удобные. Но мне в них не нравится то, что они не держат форму. То есть, если вы ставите ее, к примеру, как я на пляж приходила, я ее ставлю, все падает. Поэтому я на сайте Али нашла для вас сумку аналог за 382 гривны из прочного материала, доставка 21 апреля, если сегодня оформлять заказ, и доставка бесплатная. Эта сумка более удобная, тоже есть несколько цветовых решений, и плюс этой сумки в том, что если она промокнет, если пойдет дождь, если вы попадете под какой-то тропический ливень, то она не тканевая, вещи внутри не помогут, не повредятся. Номер 5 называется «Платье в клетку Виши». Такое красивое мини-платье с интересными рукавами. На сайте Zara стоит 1299 гривен. Я нахожу прям даже идентичные фотографии. Платье за 400 гривен. 8 мая приезжает бесплатная доставка. Все одинаковый состав, и замеры, и размеры. Номер 6 называется «Платье с воланами». Невероятно красивое тоже мини с такими объемными рукавами. Удивительно нежно смотрится. Платье стоит 1799 гривен. Я нахожу за 505 гривен 82 копейки. Бесплатная доставка 24 апреля. Идентичнейшее платье. Пользуйтесь такой выгодной, таким выгодным предложением, такой колоссальной экономией денег. Не тратьте деньги впустую, тем более всю работу я за вас проделаю. Вам остается только перейти по ссылкам и заказать то, что вам нравится. Номер 7 называется как джинсовое платье с воланами. Платье в стиле рубашка. Потрясающе красиво. У меня просто аж мандраж
аж в руках. Настолько мне это платье нравится. Это прям мой стиль. У меня несколько рубашек от Zara с такими воланами. Это очень красиво. Джинсовое, боже мой. Как девушка одета. Мне удивительно нравится. Платье стоит 1299 гривен. Сейчас, знаете, сколько я нашла? За 463 гривны 71 копейку. Доставка 1 мая бесплатно. Вот и как здесь устоять перед шопингом и не купить это шикарное платье? Его можно носить и как платье, можно как рубашку, можно застегнуть, боже, я тысячу вариаций вижу, мечтаю, хочу, обязательно себе куплю. Восьмой пункт, это платье с принтом в тропическом стиле. Кстати, мне очень нравится, как сочетается это платье, шляпа и ботинки. Несмотря на то, что принты все разные, и я не приверженец подобного стиля ношения, но вот здесь мне очень нравится. Это платье на сайте Zara стоит 1799 гривен. И я нашла максимально дешевый вариант за 540 гривен 76 копеек. Бесплатная доставка 8 мая. Понимаете, это круто, что ждать не как раньше мы ждали с Али по 3 месяца, а вот заказал месяц и получил. Супер. Пункт номер 9. Звучит как серьги из джута с искусственными камнями. Стоит 549 гривен. Если честно, я понимаю, как растет ценообразование. Я не понимаю, почему в Заре стоимость бижутерии приравнивается как половина стоимости платья. Да ладно за платье дать там 1300 гривен, я еще согласна. Но за сережки... Поэтому я нашла вам эти сережки за 114 гривен 28 копеек. В 5 раз дешевле. За такую цену их можно брать, и не жалко абсолютно. Десятый пункт – это брюки розового цвета на высокой посадке с карманами. Стоят они 1299 гривен. Я нашла за 371 гривну 70 копеек. Тоже бесплатная доставка. Очень подобные. Немножко отличается верхушка, но это если прямо вот уже взять лупу и присматриваться. Одиннадцатый пункт – это ожерелье из джута с искусственными камнями. Стоит 899 гривен. Нет, я повторюсь, почему такие цены на бижутерию? Так вот, смотрите, перерыла я кучу всего. Самый дешевый вариант – это 448 гривен 53 копейки. Единственное более-менее выгодное предложение – это купить сережки, которые я показывала вам ранее, и вот это вот ожерелье за 557 гривен 94 копейки. Больше дешевле на Али нет. Пункт номер 12 называется как брюки paperback на высокой посадке с пуговицами. Вот эти пуговицы сейчас очень актуальны. У меня шорты, кстати, в таком стиле. Шорты безумно удобны. Покупала в секонд-хенде. Так вот, вот эти вот брюки тоже и на Заре представлены в нескольких цветах. И я нашла в нескольких цветах. Единственное, что я нашла их за 407 гривен 24 копейки. На Заре они стоят 999 гривен. Очень выгодно. Ну, больше, чем 50% скидка. Зачем тратить деньги? Пункт номер 14 называется блуза с цветочным принтом. Стоит она 1199 гривен. Я нахожу два варианта. Один 401 гривна 27 копеек, бесплатная доставка 8 мая. Второй вариант 302 гривны 75 копеек. Тоже бесплатная доставка 8 мая. Есть небольшие отличия, но в целом практически идентичные блузы. Разница только в цене. Пункт номер 15. Рубашка оверсайз из поплина за 1199 гривен. Офигенная. Простите, пожалуйста, я не употребляю таких слов в видео так точно, но я по-другому про эту рубашку не могу сказать ничего. Так вот, я нашла ее за 426 гривен 48 копеек. Опять-таки, цена может варьироваться, я в каждом видео повторяю, тут все зависит от курса доллара. На данный момент такой курс, такая цена. Будет повышаться, будет цена расти, будет понижаться, будет падать, соответственно. 16 пункт, тоже очень красивая вещь, потрясающая. Топ с вырезами, белый, такой крутой, боже мой, я вот, наверное, эту подборку, которую сейчас делаю, еще такой не было подборки, чтобы я так хотела эти вещи. Так вот, этот топ стоит 999 гривен. Я нахожу за 471 гривну 73 копейки. Идентичный, прям один в один. Даже фото те же самые. 17 пункт – это зауженные к низу джинсы на высокой посадке. Стоят 1199 гривен. Я нашла за 569 гривен. Несколько цветовых вариантов. По качеству я максимально приближала, плюс я посмотрела отзывы, неплохие, поэтому вывод напрашивается сам. 17 пункт, это платье с принтом и воланами, 1299 гривен стоит, очень красивое платье. Представьте, под грубые ботинки его, либо под сапоги казаки. О, это шикарное сочетание. Прям один в один я нашла за 453 гривны 12 копеек. Три раза экономия практически.
19-й пункт — это соломенная сумка со стразами. Я не думала, что смогу ее отыскать на Али. Вот честно, не верила. Я думала, ну такое не будет повторяться. Так вот, 1599 гривен требует официальный сайт. Али ставит цену 572 гривны с копейками. 3 раза дешевле. Представьте, так вот можно классно сэкономить, можно взять 2000, да, к примеру, потратить их, а по факту, если заказать с Али, у вас будет больше вещей, чем пойти купить там 1500 в Заре. 5-й пункт — это футболка с принтом из ранее неизданных изображений Диснея. Стоит 699 гривен, и я нахожу 430 гривен 20 копеек. Да, здесь не в 2 раза экономия, чуть меньше, но все равно экономия. Зачем переплачивать даже такие деньги? Ребята, такая вот была экспресс-подборка топ-20 вещей с сайта Zara, которые мне очень приглянулись и которые я нашла на Алиэкспрессе. И я очень надеюсь, что вам эта информация полезна. Насколько я вижу по переходам на ссылки, очень много переходов. Спасибо, что доверяете мне, спасибо, что пользуетесь проделанной работой, потому что она не остается просто выполненной просто так, что она кому-то полезна. На сегодня видео буду заканчивать, и по традиции я хочу пожелать вам здоровья, хорошего настроения и всех благ. Не забывайте подписываться ко мне на канал, подписывайтесь ко мне в Instagram. Ссылки на мои платформы внизу в инфобоксе. АВД Валентинка — это мой лайфстайл аккаунт. Showroom Trendy Forever — это аккаунт, где я продаю вещи. Спасибо, что провели время со мной. Мне это очень приятно. Все, буду заканчивать. Пока!